Влад Тополов и Кирилл Туриченко. Всі спо... Да, бам! Тебе повезло, ты сейчас в одном ряду с Джоном Ленноном. Да, у нее дислексия, она, короче, путает ударение. Поэтому Джон Леннон, Влад Тополов. Ну, такое. Доброе утро! Привет. Влад Тополов, кстати, сейчас читает интерактив. Интерактив программы «Подъем». Давай. Читаю? Давай. Притулок, скільки можна запухати зранку? Запухати, ну не забухати, а запухати. Запухати. Ага, дальше. Я поясню вам, ні, на секундочку, це закидав мій бік. Джентльмени, я вчора спав 3 часа, сьогодні 2 часа. Я маю повне право запухати, тому що ми для вас знімаємо ці всі програми на студії Довженка, щоб вам було весело по вихідних. Все, відмазався, дальше. Заздрю вам і вашій роботі. Наздрю вам! Наздрю вам за вашу роботу. Заздрю, завидую. Ну що, не бачу, дальше. Передайте Энергодару привет, пожалуйста. А, по-русски, сейчас, мой друг, по-русски. О, доброго ранку, мої улюблені. Не ображайте один одного. Эй, слушай, а что ты такое говоришь? Не ображайте. Якийсь грузинский поляк. Написано, не ображайте. Не ображайте, да. Ви навіть не уявляете, як би я хотіла мати таких знайомих. Ахмед, слушай. Все. Ахмед, я пам'ятаю. Ахмед, будуть знайомі, будуть. Слушай, реально нагадаю мені цього хлопчика в Грузії, в селищі Сурамі, який читав українською мовою заповідь Тараса Григоровича Шевченка, і він отак ось сказав: «Поховайте та вставайте, кайдані порвіті, і вражую свою кров'ю». А нічки одного зуба ще тут не було. Так, Кирилл Туриченко еще с нами, тоже читать, ну читать он умеет. Оля, попробуй дать притулить пендаль, вдруг поможет. Тому я вас запитывала, як помириться с притулом, бо мы не розмовляємо. Ну, при вас мы розмовляємо, на людях не розмовляє, а в рекламній паузі засмішно. А вот теперь первый и логичный вопрос. Ребят, а чего вместе? А что вдох? Чего ссачки не надо? Are you a couple? Ладно, нет, на самом деле мы знаем, но людям интереснее. На самом деле, вчера просто была презентация моего нового клипа и концертной программы, и Влад вот приехал, за что ему спасибо большое. Да, что приехал? Мы давно дружим, на самом деле. Мы дружим уже больше 5 лет, познакомились мы в Москве на одном кастинге музыкального проекта одного. И визуально похоже, на самом деле. Дуже подібні. Да? Да. Рукару у вас один, парикмахер один. У нас один гель. Один гель на двоих, это нормально. Тихо. Тихо. Не, на самом деле, знаете, как будет. А то что собачка похожа на друзьями. Конечно, мы, может быть, да, мы похожи. Реально лет 5 назад. Я слышал, что эта история по поводу... Тебе предлагали попасть вот, вместо да. Лазарева в СМЭТ, да? Да, была такая история. У нас общие знакомые, которые, значит, нас познакомили. Я приехал в Москве на студию, где он, в принципе, уже находился. Мы познакомились и начали просто дружить. А СМЭШ новый не получился, но, может, оно и к лучшему. И а чего проявляется ваша дружба? Вы разом відпочиваете, разом бачитесь. Я понял. А он не такая история. Чего ваша дружба проявляется? А вот разом почиваете, что это значит? Відпочиваете. Разом вместе? Honey holidays together? Yes, we have. We do. Мы поговорили. Вот дожились. Там, а я хочу Кирюха еще запитаться. Кирюх, а вот с Фриерсоном, да? Как? Карл Фриерс, это... Рейхортом. Я их путаю между собой. Они одинаковые, они темнокожие, он... Обоя темненьких. Ты записал спільний трек с Рейм Хортоном. Зараз с Владом будет спільний трек? Чи він просто приехал? Просто приехал. Фото сета. Да нет, мы просто опять же, я же говорю, что мы дружим, и мы постоянно, я в Москву приезжаю, то он приезжает сюда. Да, у меня в прошлом месяце были здесь спектакли, вот я с Ятом приезжал, я там вот с ним здесь отдыхал. Кстати, по поводу спектаклей, ты же, ну, актер, играешь реально на сцене, и у тебя сериальные были роли. Ну, сериальных было меньше, да, на сцене. А какой-то вы привозили достаточно интересную картину, там снимается очень много актеров известнейших. Не снимается, а спектакль. Да, играет очень много, да, актеров известных. Из «Няни», из... Да, Олеся Сизовская, Наташа Бочкарева, Гриша Антипин, Борис Молкин, да, Борис Григорьевич. А как тебе между ними? Ну, они профессионалы, а ты все-таки аматор? Мне очень комфортно. Мне, конечно, было поначалу сложно. Не комплексуешь? Нет. Нет, они все, у нас потрясающий коллектив, меня все приняли так по-человечески, да, и я, в принципе, на себя одеяло натянул, сразу сказал, что, ребят, я очень хочу играть, не умею, поэтому помогайте, благодарен буду вам за помощь, и мы сработались. Выгодно прикинуться намечно. Это не переводится.
что? Скажи, пожалуйста, клип «Прости меня». «Прости меня» ты спеваешь, и там какие-то безумные выросли плечи. Перед кем каешься? Ну, есть перед кем. Есть. Ну, ты расскажи. Точнее, уже было. Ты расскажи, оно сразу попустит. Да, давай. Тримай себе. Не, ну, конкретно человека я называть не буду, но песня родилась на самом деле. Мы Она девушка? Я не написал эту песню, не писал я. Да. Давай я угадаю. Давай я угадаю, ее звать. Света. Нет, не получилось. Нет, дай Аня. Дай, дай, дай. Дай сюда, так ладно. Чекай, когда не горе, ты вот тебе доспишь. Нет, горя никакого нет, на самом деле. Может, это и счастье, что так получилось. Но песня просто... Ну, мы искали ту песню, которая как раз вот сейчас такая погода на улице замечательная. Вот. И хотелось бы... Там просто... дождь. Хотелось бы просто все эти какие-то чувства, которые были. Сейчас в данный момент притулок делает массаж. Вот. Илюхе. Да. Ничего. Я обнимаю, то массаж. Да че? По поводу а ты даже не закончил. Там дождь, не на банном людей. Погода на улице классная. Вилла как утро вчера. Фреймут. Вот это. А я ничего не понимаю, не понимаю. Она говорит, что не обижался, потому что у нее реальная проблема вот с этим. Да. С чем? Совсем. Зараз твой клип мы бачим на экране. Можешь на это прокомментировать? Чей клип вообще? Кто на мотоцикле клип? Влад, твой клип? Ну, я принимал в нем участие. А вообще клип чей? Девочки? Да. Ты ничего не понимаешь. Это гимн Олимпийским играм, вы не понимаете. А, это гимн к Олимпийским играм. Конечно. 2400. Мама с ДТН. Что это за гимн? Ильо! Разрыв. Друг его, это же большой. А ты говоришь, клипы снимает, это же? Серьезно? Твой друг певец. He's famous. Famous. In Russia, he's famous.